Тагил рулит. Сейчас рекламку и начнем. EPN кэшбэк – это возврат денег за онлайн-покупки в сотнях интернет-магазинов. И они дают самый высокий процент с покупок – аж до 90%. И очень быстро. И все это идет с дополнения к банковскому кэшбэку. Так что это реально проверенная тема. EPN платит больше всех денег на рынке онлайн-кэшбэков. И выплатили уже более миллиарда рублей своим пользователям. Городская хроника. В Москве правоохранительные органы в количестве 400 человек попытались остановить гей-парад в количестве 2000 человек. Следующий гей-парад под количеством 2400 человек пройдет в Санкт-Петербурге. Михон, да. Что такое? Я слышал, ты развелся уже в четвертый раз. Ты что, неужели прям вот все женщины такие привередливые, а? Не, только мама. В одном психологическом журнале я прочел очень умный совет. Чтобы обрести внутренний покой, нужно закончить все начатое. Ну, утром, перед тем, как пойти на работу, я, значит, доел коробку шоколадных конфет, докурил пачку Мальборо и все оставшиеся бычки, допил бутылку красного, бутылку белого, бутылку столичной, бутылку Арарата. В общем, вы даже представить себе не можете, как мне сейчас радостно на душе. Хозяйка угощает гостей чаем. А сколько ложек сахара вы кладете? Ну, это дома 2, в гостях 4. Чувствуете себя как дома. Елена, вы первая девушка, которую я люблю. О, Господи, опять начинающий. Никифорович! А я? Нет. Ну, как в этом году дачный сезон? Замечательно, замечательно! Мешок картошки посадил, мешок собрал. Ни одной не пропало. Настоящий мужчина должен чесать свой живот на вытянутую руку. Интересно, а вот почему все говорят, что ты самый смелый парень на деревне, а? Так у нас в лесу огромные медведи водятся. Так вот, я в одиночку на них постоянно хожу. Ух ты, с ружом? Не, по-большому. Новости спорта. Виталий Кличко чистил зубы и случайно отправил себя в нокаут. Устраивается на работу в милицию. Значит, я вам задам несколько вопросов. Сколько будет 2×2? 4. Хорошо. А знаете квадратный корень из 100? Ну, это сейчас вот 10. Отлично. Кто убил Пушкина? Не знаю. Ну что же, подумайте, посмотрите, приходите завтра.
Девушка пришла домой и звонит подружке. Ну что, Ленка, как? Взяли тебя на работу-то в милицию-то? Не только взяли, а сразу же поручили мне расследование убийства. Два рыбака взяли на прокат лодку и весь день не могли найти рыбное место. И вот под вечер им повезло. Наловили много рыбы, вернулись на берег, сдали лодку, и один из них спрашивает другого. Слушай, ты запомнил то место, где мы сегодня ловили? Ну, конечно, запомнил. Ты что, за кого меня принимаешь? Я пометил это место крестиком на дне лодки. Ты дурак, что ли? А чё? Нам завтра могут выдать другую лодку. Братья-украинцы, остерегайтесь подделок. Жевательная резинка – символ американского образа жизни. Белая, вкусная, приятно пахнет, но это не сало. Пепелявый. Жизнь полна невзгод и страданий, горя и ненависти, разочарований и предательства. Но потом ты, наконец, находишь именно того парикмахера, который тебе нужен. Слушай, а вот ты согласен, что самоубийство – это вечное решение временной проблемы? Не-не-не, я буддист. Ага, и чё? Я думаю, что самоубийство – это временное решение вечной проблемы. Елена, вы первая девушка, которую я люблю. О, господи, опять начинающий. В эфире программа «В мире животных». Коты очень разумные существа. Вот поставьте такой эксперимент. Положите перед котом 200 грамм ветчины и кусок булки. Кот обязательно съест ветчину и не притронется к хлебу. Почему? Потому что, как разумное существо, он понимает, что переедать вредно. В техническом вузе на лекции. Итак, кто скажет, каким образом мы будем устанавливать равновесие вот этого вот агрегата? Вот вы, молодой человек. Вон за той хуй есть разновесные винты. Крутись и устанавливайсь. Ну, в принципе, все правильно, молодой человек. За исключением одного слова. Не равновесные, а уровневые винты. В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что техничка, проработавшая в школе 20 лет, может с расстояния 100 метров попасть тряпкой в движущуюся цель? Пепелявый. Папа, пап, а чё такое отфутболило? А, ну, это когда женщине мужчина не нравится, она дает ему понять, что, ну, не хочет с ним больше проводить время, вот. И культурно вот так вот его посылает, вот. Тогда понятно, чего это там мама на кухне перед подругами распаляется. Во-во. Кстати, пап, а чё такое отпер***л? Кэшбэк может быть больше, чем ты думаешь.
Проверь, сколько денег ты сможешь вернуть за онлайн-покупки с EPN Cashback. Покупай одежду, технику, товары для дома. Кэшбэк за все попадает на твой счет. Экономь, не задумываясь об экономии. Возвращай больше, чем мог себе представить. EPN Cashback – лучший способ накопить на свою мечту. Регистрируйся. Вчера смотрел Петросяна. 2 часа смеялся, пока жена фотографию не отобрала. В магазинах столько шампуней от перхоти для увеличения объема волос, для блеска, для стойкости, для фиксации. Интересно, а? Остались ли вообще шампуни, чтобы просто грязную голову помыть? Папулечка, папулечка! Папулечка, мне приснилось, что ты дал мне 50 рублей. Оставь их себе, сынок. В эфире рубрика «Жизнь замечательных людей». Немногим известно, что знаменитый красный командир Василий Иванович Чапаев предвидел свое будущее, поэтому долгие годы тренировался плавать одной рукой. Но от судьбы не уйдешь. Именно эту руку ему и прострелили. Народная примета. Если вы можете спокойно лежать, ни за что при этом не держать, значит, вы еще не пьяный. Вот скажи, говорят, собака друг человека, так? Ну, так. Но она же не пьет. Молодого парня на машине останавливает гаишник. Парень не пристегнут ремнем безопасности. Значит так, я штрафую вас за превышение скорости. А ремень? А ремня дома получишь. А вы знаете, я недавно узнал секрет, как делают корабли в бутылках. А ну-ка расскажите. Вот, значит, берут бутылку, туда засыпают силикатный клей, так, стружки, нитки, тряпки и трясут. Трясут до застывания клея. Получаются разные такие странные штучки и иногда корабли. Слушай, а что это у тебя мизинцы в гипсе? Ну, это, сломал, короче. Сразу два? Ну, в ушах ковырялся и чихнул. Папа, я больше никогда не пойду с тобой кататься на саночках. Иди, иди, давай. Вышел Моисей и сказал ему: «Видишь ли, сын мой, эти реки, эти горы и эти моря?» «Да». «Годен следующий». «Видишь ли, сын мой, эти горы?» Белявый.
в эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если вы бьете белку со 100 метров точно в глаз, то у вас очень длинные руки? Я жду, а ты все не приходишь. Я жду, меня с ума ты сводишь. Не имеют руки, ноги, тело. Я так войти в тебя хотел, но впереди лишь дверь мечты. О, лифт! Когда приедешь ты? Извините, не подскажете, где тут улица Пушкина? На первый раз извиняю, но не подскажу. Сын ссорится с родителями. Мне надоело постоянно быть с вами, приходить всегда вовремя. Я хочу романтики, свободы, пива и классных девчонок. Все, я ухожу. Вася. И не пытайтесь меня удержать. Все, ухожу я. Вот я, надеваю ботинки, куртку. Все, я пошел. Папа, Сынок. Папа, я сказал, чтобы вы меня даже не пытались останавливать. Погоди минуту, я с тобой, ладно? Новости футбола. Кроме бразильского нападающего Жу, московский ЦСКА купил аргентинского полузащитника Па. Вдвоем эти футболисты составляют перспективную пару в атаке армейцев. Блин, сказал слон, наступив на колобка. В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в мухе ЦЦ в два раза больше витамина С, чем в обычной мухе? Реклама! По долгу службы мне часто приходится бывать в командировках, и поэтому мне часто приходится пользоваться кипятильником. Ну а частого кипятения на кипятильнике появляется накипь. Поэтому я очень часто добавляю в чай немного средства против накипи полгон. И кипятильник чистый, и чай прикольный. Значит так, алкоголики-тунеядцы, песчаный карьер, два человека, уборка улиц. Три человека. Огласите весь список, пожалуйста. У нас сегодня 4 корпоратива. В эфире программа «В мире животных». А вот по лесной поляне идет ёжик. На спине у него грибок. Под мышками раздражение. Во рту кариес. На птичьем рынке. Ой, а кто это у вас? Это котик или кошечка? Какая хорошая. А что, по ушам не видите? Нет. Это заяц. Плавать и спорт. На чемпионате мира по плаванию, который проходил в Папуа-Новая Гвинея, спортсмены жаловались на слишком горячую воду и лавровый лист в бассейне. Пепелявый. В эфире сказка о спящей царевне.
Возвращается королевич Елисей домой, весь побитой, покалеченной, в бинтах и гипсах. Отец ему и говорит: я ж тебя не со Змеем Горынычем посылал биться, а за невестой. Все ж тебе объяснил, в пещере гроб хрустальный, там твоя невеста. Поцелуешь, она и оживет. Так что ж ты мне, батя, не рассказал, как ведут себя зомби, когда их из гроба поднимают? Ой, икал 3 часа уже. Сказали пить воду. И издеваются. Теперь я булькаю, когда икаю. Водительские права получил? Получил. Осталось только фамилию вписать и все. Реклама жевательной резинки. Бабушка! Внучек. Бабушка! Внучек. Бабушка! Внучек. Вкусно! Как орбит бабушка. Свадьба. Жених приезжает в дом невесты. А теперь жених поднимается к невесте по лестнице и на каждой ступеньке должен сказать комплимент своей невесте. Итак... Милая, любимая, красавица, солнышко... Интересно, почему в старину девки прыгали через костер? Просто эпилятор придумали гораздо позже. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!